Кто ваши так называемые святые? Вот, допустим, Матрону Московскую сейчас очень хвалят. Преклоняются перед ней. Так называемая святая Матрона Московская в действительности при жизни была одержима и управляема бесами. И посмотрите, что она делала. К чему сводится ее так называемая святость? Она банально решала материальные запросы людей. Здоровье, деньги и все такое прочее. Разве она помогала кому-то духовно? Нет, потому что она была бесновата и служила сатане. Если бы она действительно была святая, так как ее преподносят, со всеми чудесами, то она бы вела к спасению духовному, а не исполняла материальные желания, как джин. Она сама себя сдала, когда говорила людям приходить к ней на могилу, потому что она там останется. Как принимала, так и буду принимать. Этим все сказано, кто она и где сейчас находится. Поэтому Матрона ваша в аду, и любая молитва к ней – это преклонение пред сатаной.